Согрешившим не следует отчаиваться. Прими совет, который для тебя, грешник, животворен и послужит к очищению души твоей и тела. Бог наказывает непреклонных грешников и не допускает погибать благопокорных. Спеши, молись, спасай себя. Господь готов на милость и скор на помощь. Он не медлит избавлением, дает просящим, открывает ударяющим в дверь милосердия, снабжает скудных, наделяет нуждающихся, не гневается на падших, не отказывает идущим, простирает руку, чтобы спасти домогающихся спасения. Приступи же к Спасителю, который исцеляет всех припадающих к Нему с покаянием и с совершенной верою. Если ты пал, обратись, молись, проси, припадай, ищи, принимай, уверяйся в том, что дано тебе, поклоняйся, умоляй о спасении, умилостивляй того, кто желает дать и может спасти. А спасшись, не теряй приобретенного. Согрешивши, загладь грех. Исцелившись, прибудь здравым. Получивши совершенное здравие и спасение, отвратись от того недуга, от которого избавлен. Не впадай в тину, от которой только что омыл себя. Не зажигай снова того, что раз уже угасил. Потому что один крест, одна смерть, одна благодать, одно страдание и одно воскресение.